Понедельник для Барклис был тяжелым. Утром в отставку подал председатель правления банка Маркус Эйджиус. А несколько часов спустя в британском комитете по борьбе с крупными финансовыми преступлениями заявили, что вероятность уголовного преследования по делу о махинациях при определении межбанковских кредитных ставок не исключена. После того, как председатель правления Барклис взял на себя ответственность за то, что произошло, все ждут, когда же другие высокопоставленные фигуры в правлении банка сделают то же самое. Вопрос Ника Клега в первую очередь адресован главе Барклис Бобу Даймонду. Его и Эйджиуса на неделе ждет беседа с особым комитетом по казначейству. Дэвид Кэмерон, в свою очередь, объявил о создании специальной парламентской комиссии по делу о махинациях, в котором, похоже, замешаны крупнейшие мировые банки. Она получит прямой доступ ко всем высокопоставленным должностным лицам. Похоже, одним многомиллионным штрафом Барклис отделаться не получится.